Всем привет! Сегодня на ремонте у нас сабельная пила Makita GR3070 старая. Она уже была недавно, кстати, в ремонте у меня. Тут редуктор нормальный, просто она не включается. Тут либо выключатель, либо контроллер. Вообще, эта пила уже у нас в ремонте была, наверное, раз 6. То есть работает организация, и периодически они ее приносят. И поэтому, вот когда такие ремонты часто и происходят, ты никогда не угадаешь, например, вот ты редуктор сделал, электрика вроде бы нормальная, да, ты по выключателю никогда не поймешь, сколько он еще проработает. Также по контроллеру. Он может, например, ты можешь сделать пилу, отдать, и через день раз и сгорит выключатель. Вот она ее в розетку включила, просто молчит. Давайте посмотрим щетки сначала. Может, кабель перепилили где-то. Визуально кабель целый. Щетки тоже новые. Ротор-статоры в таких машинках накрываются очень редко. Прозваниваем. Кабель целый. Да, не работает выключатель. Берем новый выключатель и меняем. Ну и продуем тут немножко. Ну, вот так получше. Вот такой выключатель. Проверим. Странно работает, придется разбирать, смотреть еще двигатель и редуктор. Это холостой, вообще отлично все. Якорь новый. Здесь у нас тоже все нормально. Тут все в отличном состоянии. Хотя нет, вижу проблемы. Вот почему-то все время ломается вот эта направляющая пластина. Вот видите, здесь ребро есть, а здесь нету. Из-за чего вот здесь происходит вот этот люфт. Чтобы ее поменять, надо, блин, очень много разбирать. Единственный вопрос, почему она ломается. Она вот на 3070, я не знаю, то ли только на этой пиле периодически то эта сторона, то это. Либо это когда резко пилишь и резко останавливается пилка, когда происходит удар какой-то, что ее выламывает. То есть, видите, здесь идеально ровно крутится. Если неправильно вот эту закрутить неровно, то вот это кольцо, оно будет не идеально ходить. То есть происходит люфт. А здесь все идеально ровно крутится. Кстати, где-то должен быть осколок. Вот он.
Для меня вот это непонятная загадка. Именно в 3070. В 3060 такой штуки нету. Вот этого груза. И там как бы все нормально. А вот здесь почему-то происходит вот такая ситуация. Короче, ребят, если кто смотрит и знает точную причину, почему это ломается, напишите. Шестерня целая, все нормально. Короче, для меня до сих пор остается загадкой, почему ломается вот эта часть. Вот. Поставим новую. Вопрос, что может послужить поломкой вот этой части. Есть еще подозрение, что это происходит из-за износа вот этого колечка. Хотя у пластины там люфта почти нету, он там минимальный. Поэтому, ну, не знаю, кольца у меня такого нету, попробовать не могу. Не знаю, закажу его на всякий случай, пусть будет. Если произойдет еще раз такая же ситуация, буду уже менять кольцо. Напишите вы в комментариях, что вы думаете, или кто знает, почему это происходит.